Глядеть телеканал «Беларусь 4 Могилёў» без телевизора еще 10 год тому это было немагчыма, але сегодня наша телерадиокомпания активно развивает свои сторонки у социальных сетках, и молодь этим задовольнением користается. Прямые эфиры у ВКонтакте, шматлікія прогляды на Ютубе и штодзённое обновление Инстаграма. У молодых людей, которые завітали на телеканал «Беларусь 4 Могилёў», свои потребования информационных крыниц. Вучні Могилёвской школы номер 35 рассказали, чому они отдают перевагу экрану смартфона, а не телевизора. Телефон всегда с собой. И поэтому вот открыл и все, и смотришь. Гостям провели экскурсию, показали и рассказали, как створяются разные телепередачи. А школьники, в свою чергу, развеяли стереотип про то, что новое поколение не цікавится новинами. Новости надо знать для того, чтобы можно было поддержать какой-нибудь разговор интересный, если в той компании будет, знать, что происходит в мире вообще, что происходит в твоей стране, в твоем городе, может, какое-то происшествие произошло там, на том месте, где ты будешь бывать, надо будет аккуратнее себя вести. Школьники пошли со студии не только со становчими эмоциями, але и с новыми фотоздымками у лентах социальных сеток. С развитием интернета каждый глядач может стать журналистом. Мы чекаем ваших фото и видео. Дарья Смянько, Виталь Вопсев, новини региона.